Коллеги, добрый день. Меня зовут Засыпкин Михаил. Я являюсь экспертом по испытаниям компании «Сингента». В данный момент я нахожусь на участке поля озимой пшеницы, где не были применены средства защиты растений. Давайте посмотрим, в каком состоянии находятся посевы. Здесь, получается, экономический порог значительно превышен, поэтому здесь просто необходимо провести гербицидную обработку. Коллеги, мы пришли на участок поля озимой пшеницы, где мы с осени применили гербицид Линтур в дозе 180 грамм на гектар. Давайте посмотрим, какие посевы у нас здесь. То есть мы видим, что сорных растений у нас нету. Посевы все чистые. Друзья, это говорит о целесообразности применения гербицида Линтур в осенний период в дозе 180 грамм на гектар. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте и Телеграм. Всем удачи!